Каждый оператор доменной печи желает избежать внеплановых ремонтов, стремясь обеспечить безопасность и производительность доменной печи. Водоохлаждаемые холодильники обеспечивают целостность кожуха доменной печи. Медные холодильники в высокотемпературных зонах печи могут выйти из строя по двум причинам. Из-за загибания, плохая фиксация в месте соединения трубы подачи охлаждающей воды и холодильника чревата растрескиванием сварных швов, опасной утечкой воды и ее попаданием в технологический процесс. Или из-за износа, поверхность холодильника изнашивается из-за контакта с шихтой, часто усугубленного неправильным внутренним профилем доменной печи. В результате герметичность контуров охлаждающей воды нарушается и происходит утечка воды в печь. Чтобы избежать таких дорогостоящих отказов, Prime Metals Technologies разработала две революционные инновации. Запатентованный предотвращающий загиб фланец обеспечивает нужную гибкость холодильника, исключая его загибание по углам и утечку воды за поверхность холодильника. Эта технология успешно используется уже более 15 лет. Для предотвращения износа на поверхности холодильника устанавливаются уникальные износостойкие вставки в виде сот. Их можно встроить в новые или существующие холодильники. Они улавливают шихту и образуют на поверхности холодильника защитный аккреционный слой. Эти технологии обладают тремя существенными преимуществами: продление компании печей, сокращение техобслуживания, повышение безопасности. Медные холодильники Prime Metals Technologies обеспечивают лучшую в своем классе защиту доменных печей и их операторов. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.